Всем привет! 9 июля. Малины у деда завались. 22-го года. Харьков. Я вам показываю урожай малины, который надо собирать хотя бы через день. А вон в покрышках у меня помидоры. Почему в покрышках, спросите вы? Отвечает дед, потому что никто их не достает в покрышках. Ежику залезть, носом порыться в земле, попортить корни, плохо. И в покрышках дед делает удобрения для своих цитрусов, инжиров и гранат. Вот так они созревают. Я сейчас покажу вам. Это лимон у меня стоял. Видите, он завален на одну сторону. Эта сторона лысая. Поэтому я его ставлю так, чтобы был больше к югу повернут. Солнце попадает сюда, и веточки начинают просыпаться, почки. А помидоры у деда, он, пора уже собирать такие вот грозди. Они вот буреют. Мне нравятся такие вот помидоры, что удобно закрывать. Или один большой, или маленьких. Лучше трехлитровую банку помещается. Поэтому такие вот сорта дед и выращивает. Посмотрите, сколько их. Только с одного куста. Но здесь, это он прикололся, картошку посадил. Помидор засохнет, а потом можно будет и картошку выбрать. Но здесь удобно. Сюда идет листовой перегной. С под яблонь, груш, абрикос, вишен. Сюда идет кухонные отходы. Ежик здесь не роется и не портит корнями. А то он носом залазит и начинает рыть здесь. Ну, не догадается, что можно залезть в покрышку и поработать и там. Спасибо, что вы с дедом. Я потом расскажу, как я разбираю эти покрышки, достаю этот перегной и готовлю цитрусовую землю. Пока. До новых встреч.